На этой неделе в газете «Вашингтон-Пост» вышла очень интересная, душераздирающая статья о крахе гитарной индустрии, друзья мои. Значит, представьте себе, Гибсон разорился весь в долгах. Продажи Лес Полов упали чуть ли не в половину, а тут еще они аудиоподразделение Philips купили, чтобы под своим брендом выпускать аудиотехнику, и это еще хуже стало. Короче говоря, топ-менеджеры Гибсона теперь даже принципиальное интервью не дают, чтобы ничего не говорить о финансовом состоянии компании. У Fender тоже, что там доходы упали на 200 миллионов. Короче говоря, полные, ребята, абзац еще хуже, чем в нашей аудиоиндустрии. И вот американские журналисты делают далеко идущие выводы о том, что, мол, нет больше в мире рок-героев, пацаны больше не хотят покупать гитары. А вообще теперь в мире главный гитарист, знаете, кто у нас? Певица Тейлор Свифт, потому что во время выступления ей дают подержать акустику. Короче, вы поняли, о времена, о нравы. Но шутки шутками, а это интересный феномен с точки зрения нашей аудиоиндустрии тоже, потому что ведь в гитарном мире оно как? Основная масса продаж гитар, электрогитар в особенности, последние, мне кажется, лет 20, а то и 30, это продажи гитар не профессионалам, а, собственно, любителям, диванным гитаристам, которые на самом деле покупают гитару не для того, чтобы на ней сильно играть, а для того, чтобы была. Как правило, она висит на стене. Причем я таких людей знаю, блин, ну не меньше сотни человек, и покупаются гитары не просто гитары, а хорошие, качественные инструменты, которые потом на стене и висят. Ну и все, за 30 лет все стены себе и друг другу завешали, и бац, гитары больше никому не нужны. Вот и весь вопрос. Ну и тут, конечно, начались причитания о том, что вот новое поколение-то в своих телефонах тупое, никакая живая музыка им не интересна, гитары им больше не нужны. Что, конечно, полная чушь, потому что на самом-то деле идет оздоровление ситуации, ребят. Этот провал продаж абсолютно здоровая ситуация. Как помните, было с телевизорами. Тоже 10 лет назад все только думали о том, как расширить и построить новые заводы. А через 5 лет, бац, все телевизоров уже накупили, все старые заменили. Больше телевизора не нужны. Кризис перепроизводства. Hello! И что касается музыки, то тут, конечно, никакого тупения. Как раз наоборот, произошло вот что. Люди стали гораздо лучше разбираться в том, что им на самом деле нужно и на чем стоит играть. И все стали гораздо лучше отличать хорошее от плохого и не брать уже все подряд, знаете, с логотипом Fender и Gibson. Отсюда интерес к винилу, да? 200% рост продаж каждый год. И, например, бум бутикового производства аналоговых синтезаторов. Кто об этом вообще мог подумать 10 лет назад? Ну и с гитарами то же самое. Никому уже больше не нужно 100 тысяч китайских гитар в месяц. Нужно 100, но хороших, сделанных руками и с душой. Так же, как нужно 100 усилителей, колонок и проигрывателей. Но хороших. В общем, всем хай-фай, мужики.